Всего на полевые сборы Таманской дивизии в этом году прибыли порядка 2500 казаков взрослых и 250 юных. Еще 1500 занимались на стрельбище в Раевской. Там анапчане стали лучшими. В этом году в лагерь под Абинском прибыли 350 человек, на 100 больше, чем в прошлом году. Две роты взрослых и взвод юношей. За день до военно-полевых сборов анапчане разбивали палатки. Я вам скажу, мне понравилось, как они все выставили. Я высказал слова благодарности. Но есть вопросы не только к канапе, и к другим также, в том числе и к канапе. А по большому счету, так сказать, достойно себя ведут, достойно себя показывают. Комплекс подготовки включает как традиционные физические упражнения, бег, подтягивания, так и специальные дисциплины, метание ножей и упражнения с автоматом. С условиями сборов, а также с тем, как идет подготовка анапских казаков, ознакомился исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков. В муниципалитете казаки занимаются охраной социальных объектов, больниц, школ, детских садов, участвуют в патрулировании улиц. Очень отрадно сказать о том, что казачество занимает в нашей жизни определенную позицию. Мы желаем вообще мирного неба, но должны быть готовы всегда. Уже в ближайшее время будут подведены окончательные итоги сборов. Анапчане уже традиционно занимают на них одно из первых мест.